Я сетка. No, not easy. Я вода. Там, в принципе, и ульи с Афером завершают, если игру найдут. Афер, мне кажется, уже нашел. А центр еще медленный. Ну, посмотрим. На компах дамажный, пиздец, около РПГ. Кто там засел? Ну это лак. Да, жалко красных. Ну, хумам... Не, хумам обычно, если он хорошо играет, то он сразу хорошо играет. Сейчас он пиздец. Ну, с кем не бывает. Тут Гминги сыграл хорошо. Да, сервер полный, кстати, 20 человек. И тут какие-то еще левые сидят. Кто такие вообще там? Угу. Смотри, что пришли. Ну, то есть, если бы любой другой был за красных, даже если бы саншайн, то как бы уже все. А вот фиг его знает. Да не, точно. Да какая разница? Ты без страха, да. Он сейчас видно, что у него проблемы с запингом. Видишь? Угу.
вопрос сделать еще. Привет. Привет. Ну как первая учебная неделя? Пиздец. Ты выжила? Да, я еще завтра на работу пойду, но немножко. Ну ты герой. Не, он играл с спином 120. В натуре. А 150 это тяжелее. Молодчинка. Спасибо. Да у меня так сгорело от бухгалтерии, ты бы знала. Блин. Я понимаю. Это Хумам играет? Да. Что-то он как-то... А, это какие-то новые друзья Хумам, походу. Наверное. Он же играет там на этом, на каком-то стрелоке, по-моему. Там какая-то игра непонятная. И они чё? Там полны. Ну, короче, в ДЛ типа есть... Типа Да. Там а как, какой-то дром, блядь, они ходят, непонятно, что делают вообще. Какие-то очки собирают, еще что-то. Такой, знаешь, блин, типа... Блин, да, КП на Гаррис Моде смешной. Такой, типа пазла и еще чего-то непонятно. СТФ там что-то такое. Знаю. Вот. Они там играют, походу, друзья. Жалко, конечно. Но... Что-то админ кальянный сегодня мажет как-то. Нормально. Ну, криво, он попал на квест. А чё Хумам подводит всех? Ну, а что он сделать может? На следующей карте надо менять его. Тогда ханшаль постирается. Больше некому. Не, он... Как вырезаться, блядь. Ну, короче, современный. Светский. Ты еще с кем разговариваешь? Фаншайном. А, вижу все. Не, он не злой. Да, по-моему, он очень добрый. Яша. Конечно. Он даже слишком добрый. Но Китти так не считает. Да какой бомбящий он, причем он бомбит по фану, типа бомбит. На самом деле он не бомбит. Да. Бомбит от нее. Или Вуди. Ну, Вуди бывает тоже, да. Да он порой на ровном месте может просто загореться. Ну, в принципе, я видел тоже бомбит. А раньше вообще бомбил, пиздец. Там Эвил убьешь случайно, а потом хейтит, блядь, неделю. Причем они даже с центром удрались ругаться иногда. Угу. Ну, в принципе, красным можно дать моральную победу, потому что при любом другом игроке.
3 фрага всего. Да, еще полугры прошло. Может все случиться, перевернуться точнее. Ну, в принципе, Гриста тоже там не сильно лучше. Аферист, как обычно, раздает. Как бы они выиграли. Ты за красный болеешь? Конечно. Я болею за синих. А я за красных. Ты сметанка почему за синих болеешь? Ну вот потому что. Чё я должна объяснять все какие-то симпатии каким-то игрокам? Да не, просто интересно. А, тебе, наверное, привет раз. Или кто? Да. Линия же. Сметанку, смотри, раскусили быстро. Не, я болею за красным, потому что там, во-первых, РПГ, мам, один домашний аферист, ну или наоборот. А в-третьих, там еще и будет с Гризом, это вообще клево. Ну, а с синими все понятно, там пред, центр, эвил. Не. Все кого-то любишь. Да, да, да. Команда троллей, блядь. Да. Ну, на самом деле, мне вот из команды синих симпатизируют практически все, кроме преда, потому что преда я не знаю. Ну как бы по большому счету там никого не знаю. Да, но просто общался все-таки с ним побольше, чем с предом. Ну кроме Дени я даже лучше там знаешь, чем остальных. Ну этого это хватает, в принципе. Просто ты как бы их видел, когда они уже успокоились, утихомирились и так особо ничего не делают. Точнее, можно сказать, они ничего уже не делают. Так, иногда зайдут все. Вуди застрочил. Хейта мало, не хватает хейта. Да. Хватает какого-нибудь рычка выйти, что-нибудь такое. Не хватает специй, да? Да. Нет, что-то ничего, блядь, не говорит. Там
А, он, видимо, старается, чтобы его здесь взяли. На пикап. Двое сетка. Целом. Двое дамажные. Господи. Не, он же полис, подлиза. Еще тот. Он со всеми дружить начинал, со мной в том числе, вот, блядь, такой добрый пиздатый пацан. Тут просто я не пойму, когда на серваке сидит больше народа, они тут шрифт уменьшается, что ли? Уменьшается, что все будут. Блять. Это что? Что повторить, чувак? Я говорю, когда на серваке сидит, допустим, 30 человек, шрифт уменьшается, чтобы все отображались в табе? Нет. Кого-то не видно, что ли, было? Я вообще не понимаю, о чём-то. Бля, ну смотри, сейчас на серваке 20 человек, и список как бы заполнен до конца. Дампаженный! А на серваке будет 30 человек сидеть, как будут все отображаться? Блин, хороший философский вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Там потеют у синих, только не. Остальные играют по фану. Да тут все по фану играли, кроме нее. Не, ну может Вуди еще потеют. Ну, в принципе, Айфа тоже может потеять. Тоже не по фану уже. 2 минуты 11 фрагов. Да не, они не вытащили. Слишком мало времени. Угу. 8 7 Изи для комбайнов. Не, ну не изи. Изи нет никакого вообще. Они проиграли, если бы не хумал. Это точно, слышу. На своей карте, естественно. Может, сели свою карту выиграть. Блин! 8 фрагов!